Развитие других курортов и побережья Турции получило новый стимул в связи с падением российского турпотока. Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой озвучивает новые планы. Объектом его внимания стал город Ризе, расположенный в северо-восточной Турции. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий из Турции, а также на мой телеграм-канал, где выходят свежие новости туризма. Мы ожидаем очень серьезного увеличения в этом году, особенно из стран Персидского залива. В настоящее время туристов несравнимо больше, чем в первые месяцы прошлого года. Потребности в самолетах также возросли. Так министр прокомментировал открытие аэропорта Ризе Артвин, который откроется уже в следующем месяце. Там будет лучший аэропорт на Черном море, поскольку это делается с точным позиционированием. Я предсказываю, что он получит много бронирований, особенно с точки зрения туризма, и что в ближайшие несколько лет будет очень серьезный рост, добавил министр. При этом по традиции в Турции рассчитывают, что новый курорт будет всесезонным. Рассматриваются возможности горного туризма и, в частности, горнолыжных курортов. По сравнению с западной частью Черного моря, Риза принимает меньше туристов. Имея преимущество аэропорта, мы сделаем проект по расширению этого движения в эту сторону. Мы прогнозируем 100% рост числа туристов, приезжающих в частности в Ризе, сообщил гражданин Эрсой.